Всем большой привет! Только-только загрузила первую часть, еще не пошла снимать вторую, а там уже комментарии: зачем, зачем вам столько? Ну, девочки, это коллекция, коллекция. Сколько прислали, сколько подарили, вот столько у меня и есть. Так, смотрите, я выбрала вот такой контейнер, потом он будет побольше. Сюда мы будем откладывать то, что я использую в 2021 году. Я вам показала в первой части мыло от Palmolive и Arca мужские. Я их тоже хочу добавить сюда, потому что мужские мыла я не буду сохранять. От Palmolive у меня два. Освежающие и очищающие. Я их тоже хочу использовать. Освежающие я уже открыла за кадром, хотела посмотреть, потом подумала, почему я одна это делаю. Смотрите, какое оно классное. Очень вкусно пахнет. Мне кажется, оно и женщинам, и мужчинам подойдет. И похоже на антибактериальное даже по аромату. Ну, мужское, наверное, потому что. Но вообще, мужское, вот как мы в первой части смотрели, по крайней мере, вот от Faberlic, антибактериальный эффект добавлен. Здесь написано «Северный океан с морскими минералами для лица и тела». Возможно, здесь тоже антибактериальный эффект есть. И второе вот такое очищающее с отшелушивающими частицами для лица и тела. Выглядит оно уже вот так, зеленого цвета, очень красиво. И пока оно не успело испортиться, мы его используем всей семьей. Тем более у нас семья из трех человек, два из них мужского пола. То есть сын и муж. Поэтому я думаю, такое мыло у нас будет на ура. Арка тоже я открыла, посмотрела. Оно тоже синее, но прямо темно-синее. Очень красивый тоже цвет. А по текстуре похож на Palmolive. Прям вот всем похож, да, на Palmolive. Приятный аромат, но он немножко похож по аромату на дегтярное мыло. Дегтярного мыла у меня в коллекции нет совершенно. Ни одного мыла для мужчин. Формально. Вот. Ну и Монпари, вот это вот, 18+, для двоих, я вам показывала в прошлом ролике. Я его тоже решила, что в течение года можно его будет использовать. Так что это мыльце тоже у меня в коллекции не будет задерживаться, и оно будет использовано. Так, сюда мы будем еще что-то добавлять. Ну все ж. Ну что ж, я хотела сказать, давайте смотреть. Когда я снимала свои коллекции ранее, я показывала уже мои самые любимые. Это большие кусочки. Некоторые приехали из Америки какие-то. Ну, в общем, все из разных стран. Посмотрите, какая красота. В этом мыле 300 грамм. Какая упаковка. Представляете, какое чудо. То есть тут открывается стеклышко, вынимается кусочек. И вот такая вот как бы деревянная шкатулочка. Молочное мыло, ну 300 грамм, конечно, ударное количество. Есть мыльце вот такое, тоже огромная упаковка, так, теперь с ногами показываю. Здесь 340 грамм, аромат розы и зеленого чая. Выглядит кусочек вот так. То есть вообще класснючий аромат, просто восхитительный. Ему ничего не делается, у меня уже этот кусочек живет года 3 точно, и ему ничего не делается. Оксана мне дарила, за что огромнейшее спасибо. Вот она мне тут даже подписывала. Видите, от Оксаны перевод. Любимый кусочек мыла имеет невыразимый запах, который останется на вашей коже красивым шлейфом. То есть даже такой парфюмированный аромат получается. Еще одно мыльце, которое тоже мне прислала Оксана, и тоже в большом формате, с ароматом ландыша. Тут только открываешь и сразу понимаешь, что это вот полный восторг. Вот оно какое классное. Оно уже влажненьким становится. Ой. Ну, аромат прямо вот настоящего ландыша. Никакой мыльной основой не пахнет. И последнее из больших кусочков. Ну, поменьше формат уже. Здесь 227 грамм. И оно вот такое вот сиреневое. Тоже приятное. Посмотрите, какое платье 3D-шное. Вот в таком вот упаковочке.
Далее. Из интересных. Наверное, я вам покажу вот это мыльце. Savon Premium. Недавно, совсем оно недавно ко мне приехало в подарок. И здесь три вот таких кусочка, которые с разным ароматом. Давайте вот здесь покажу, какое. Пион, цитрус вербена и мята лимон. Вот такие три ароматика. Далее, из интересных таких кусочков, давайте вот так покажу, с Крыма натуральное мыло, приезжало ко мне Крымский мост. Здесь два кусочка, совсем недавно тоже оно у меня в коллекции, поэтому пока меня радует, остается со мной. Вот такая красота, зейтан, не знаю, как правильно читается, Savon. И здесь мочалочка, да, вот видите, мочалочка и кусочек мыла. Вот. Сестренка привозила, когда последний раз они ездили в Турцию. И вот такая красотень, это просто красотень. 6 мини-кусочков вот в такой натуральной косметичке. И эти мыльца абсолютно разные. Видите, зеленый чай, и витамины тут, и кокос, лайм, черное мыло. Ну, вы видите, и лаванда тут разные. 100% натуральные. Вот такой подарок ко мне приезжал, который я пока берегу. 6 таких красавчиков. Далее. Из такого более натурального. Оливковое. С маслом лавра. Посмотрите, какая красота. Оно почти открытое. Но пока ему ничего не делается. Оно у меня еще в коллекции. Но на самом деле вот таких мыл мы несколько отложим с вами. Ну, выведем из коллекции. Сегодня. Далее. Хочу еще вот такие два показать, которые у меня пока в коллекции, но они в любой момент уйдут. От Savon есть еще вот такое мыльце. То есть вот тут три и одно такое жасмин. Вот с жасмином я хочу вывести. То есть пока вот эти новенькие, они у меня остаются, вот это вывожу. В течение года истратим. От L'Occitane. Пока ему ничего не делается, пока оно у меня в коллекции находится. Далее. Ламинария. Мыло ручной работы. Тоже такое классное. Сделано на Соловках. В этом году, наверное, еще у меня оно немножко меня порадует. На следующий год возьму его в использование. Так, еще одно натуральное. Красавчик. Вот такой. Красота. Прям даже сама упаковка, видите, такая натуральный материал. Веганская, 100% натуральная, USA. Пока сюда. В любом случае, все не успею истратить. Ко мне на обзор приезжало вот такое мыльце. Было на самом деле 4 упаковочки, осталось у меня 3 в наличии. Оно размыливается. Давайте я одно хотя бы достану, покажу. Если мыльница не сухая, то оно может в мыльнице размокать. Но лучше его использовать. Вот такое. Пахнет натуральными. То есть нет тут никаких отдушек, все натуральное. У меня Иван чай. Далее лавр и мята. И календула и облепиха. Ну, давайте два я пока оставлю здесь. Одно я в прошлом году истратила. И, наверное, какое-нибудь одно возьму в этом году. Вот нам попалось с вами. Календула и облепиха. Ну, аромат мыльной основы. Немножечко, может, отдаленно где-то там травками пахнет. Но в целом нет. Так что в контейнер. Далее. Вот такие два кусочка. Лаванда и ананасик. Тоже я их то в коллекцию выложу, то уберу в использование. Они ко мне приезжали, по-моему, от Леры из Израиля.
Вот такие вот они классненькие, по 110 грамм. Ну, красавчики, конечно, красавчики. Пока в коллекции, пока здесь. Так, что я буду использовать в этом году? Два мыльца от кафе красоты. Простите. Глицериновая ручной работы и... Ну, тоже глицериновая, цитрусовый фреш. Такие два. Подавилась. Эль Косметик. Винтаж, яблоко и гранат. А это не вижу. Но что-то тоже ароматное. По-моему, роза. Эти два вывожу. Далее. Вот это новенькое. Оно пока в коллекции остается. Смотрите, какой интересный. Тоже натуральный кусочек. А вот эти два меня в этом году уже покинут. Они у меня давно хранятся. А мне хочется натуральные такие мылки использовать. С оливками. Оба приезжали откуда-то с югов. И здесь оливки получается. Тут даже травка еще вдобавок. Так, их сюда. В контейнер выводим. Так, и еще из таких вот натуральных, что у меня в данный момент под рукой есть от Спивак. Африканское мыло с маслом ши. Его мы выводим точно в использование. Вот оно какое симпатичное. Будет работать в этом году. Будем мылиться. Так, его сюда. Тоже Спивак горький шоколад. Ой, какой красивый. Но этот пока остается. Оливковое. Такое красивое. Я люблю натуральный цвет, поэтому у меня красиво. Далее. С этим мы с вами тоже все. Так, вижу. Немножко будет такая сборная солянка именно в этом ролике. Отдалан. У меня, мне кажется, вообще отдалан только вот один единственный вот этот кусочек. Алоэ вера и молоко. Кажется так, 150 грамм. Вот другого нет, только этот у меня отдалан. Ну, по крайней мере, я так зрительно не вижу. Далее. Несколько мылок у меня, я даже не знаю, какие это страны. Можно, конечно, тут заморочиться, все это посмотреть было заранее. Но мне как-то вот не сильно хотелось. Так, срок годности вижу. Ну, быстро не вижу стран. Ну, не страшно. Я думаю, вот такой вот мыльце есть. Я смотрю коллекцию мыл у Наташи, Натали Кис. Конечно, она молодец. Она все по маркам, по сериям разделила. И открывает каждый кусочек. Это вообще просто здорово. Я, конечно, нет. Вот такой кусочек. Красивого персикового цвета. И абрикосик. Абрикосовый цвет получается. Сюда. Далее, тоже как-то вот просто коробочки, видите, чем-то схожи, поэтому я их как бы определила, может быть, это разные страны, но определила я их кучу. Тоже такой красивый оранжевенький кусочек, посмотрите, мыльце такое. Ну, тоже в моей коллекции, это все подарки были. Сюда девочку. Тоже не так давно приехала, я даже не знаю, что это за бренд такой. Но вижу, что лаванда и олива. Давайте хоть какой-нибудь посмотрим поближе. Ну вот. Уже более понятно, что у меня тут. Далее. Альверда. Вот такое мыльце есть. Ой, какой красивый, с вкраплениями. Очень красивый кусочек. И аромат приятный. Натуральный такой. Но это пока у меня будет здесь. А Ванда, я знаю, что питательный экстракт граната. Мне тоже недавно оно приехало. И я его... Давайте сейчас откроем, посмотрим. Буду использовать, потому что девочки говорят, такое мыло вообще не хранится. Даже если оно свежее, вот Ванда, к сожалению, не хранится. Ой, какое оно красивое. Прям такой кусочек. Гранатом не пахнет, но аромат мыла с таким косметическим приятным ароматом, как
какое-то средство по уходу за телом. Вот что-то такое. И это мы используем кусочек. Далее. А далее у меня есть турецкое вот такое мыло. Оно черное. И вот, кстати, оно похоже на дегтярное по аромату. Оно такое прям насыщенное. У меня их было две штуки. Одно я использовала, а второе пока вот лежит в коллекции. Пока никуда я его не трачу. Себамед. Это, по-моему, очищающая плитка, мыло без мыла. Вот это что для нормальной чувствительной кожи. Я видела такие мылки в, как называется, фикс прайс. Но мне его дарили. Ко мне приезжал вот так вот красиво упаковано. Кусочек оригинальный, такой симпатичный, прям салатовый какой-то. Там даже, вон, смотрите, есть инструкция к нему. Ну, инструкции мы не будем сейчас с вами читать. Пока. Вот так упакуем. Далее. Что у нас еще тут из натурального? Это... А, сабон. Смотрите, я еще один сабончик нашла. Давайте посмотрим. Ой, какой красивый. Такой классный. Вообще, как печать прям какая-то. Тоже косметически приятненький аромат. 100%. Ой, какой хорошенький. Вот он. Ладно, сабон пока в коллекции. А, приезжали ко мне издалека, издалека. И посмотрите, интересная упаковка так сделана. Эти дырочки, чтобы дышало. Не потело оно там, не мучилось, не прело. Разные ароматы. По 75 грамм. Тонкие такие, классненькие. Два кусочка. Эти мылочки у меня пока в коллекции. Мне их жалко. Вот это то, что как можно дольше лежит. Но пока лежит. Так, что у нас еще есть? Тиана. Древняя магия органии. В следе мыльца. Вот так выглядит эта тианочка. Маленький. По весу даже видно. А нет, 100 грамм. 100 грамм, а вроде такой крошечный, кажется. Ой, крымская выпрыгнула. Вот, смотрите, как оно выглядит. Плиточка. Это только-только недавно ко мне приехало. Может, этот год и полежать. Натуральное крымское мыло. Лавандовое поле. Пока лежит. Так, и три кусочка. Я даже не знаю, что это за бренд. Возможно, это мыло ручной работы. А вот, смотрите, что-то я тут нашла. Но ко мне оно приезжало из-за границы, из Америки. Нет, USA. Значит, получается, это все-таки мыльце из продажи. 85 грамм. И вот такие вот три разных. Видите? Такие интересные. Какие внутри, я даже ни разу не заглянула. Хотя они у меня живут уже достаточно давно. Так, сюда их. Давайте вот эти два кусочка я вот в краешек. Далее, далее, далее. Фикс прайс. Взяла вот такое мыльце, но я знаю, что такое мыло с кофе было в двух экземплярах. У меня вот такое типа натуральное мыло. Ванила лав, а был еще какой-то. Капучино, по-моему. Потемнее, мне кажется. Ну, вот у меня такой. 120 грамм в кусочке. Очень понравилось. Прям форма красивая. Фикс прайс много было интересного кускового мыла, но мало я успела застать. Так, интересненькое еще мыльце. Молочное с медом. Это как-то он называется? Шпайк. Сейчас вам скажу, как он называется. Да, шпайк, правильно я сказала. Попадала, видимо, в коробочки красоты. Может быть, не мне, а мне прислали. Ну, вот такой шпайк шикарнейший. Посмотрите, какая это. Как галька, да, морская. Такой камушек, только оранжевого цвета. И пахнет действительно медом. Шикарный, просто шикарный. Классно. И не маленький такой кусочек, то увесистый. Вот так он выглядит. Шпайк у меня есть еще вот в таком виде.
Образец не для продажи, значит, в коробочках красоты приезжала. Ну, по крайней мере, ко мне приезжали в коробочках красоты. Вот. Шпайк написано здесь. Вообще, это мыло очень хвалят. Давайте маленькое глянем. Вот он какой холёсенький. Вот такой. Приятненький такой аромат. Вообще, из малышек у меня есть еще два. Вот это мне кто-то присылал из девочек. Честно, не помню уже. Видимо, это мыло из какого-то отеля. А это мне дарила Катюшка. Она привозила. То есть это уже не из отеля. Она где-то купила в Турции, что ли. Да, вот Турция написано. Вот такое вот симпатичное мыльце. Тоже миниатюрка. А может, тоже из отеля. Но, по-моему, она говорила, что именно купила. Могу ошибаться. Далее. Что у нас далее? Давайте я вам покажу, как бы в натуральное тоже входит мыло из Ифраше. У меня тоже оно лежит немножко отдельно. Оно настолько ароматное, что когда я открываю этот контейнер, сразу идет аромат на всю прямо кухню. У меня здесь есть два кусочка больших, 200-граммовых. Все подарки от Ифраше, все до одного мне подарили. Ой, прямо аромат восхитительный. Посмотрите, кокосовое с вкраплениями, с оливой. Вот такое. Может, они оба красивые. Ну и просто бесподобный. Настолько аромат восхитительный, что не передать словами. И есть маленькие кусочки. Один 80 грамм. Все остальные будут 80-граммовые. Вот такое земляничное. Далее лаванда. Ну, возможно, лаванда с чем-то, вот я вижу, с ежевикой, да? Ну, вам видно, я не буду уж там подробно. Вижу кокос. Далее. Ванилька. Ароматы просто сногсшибательные. Так, тут у нас что? Лимончик. Далее. Кто ты? Оранж, лосом. В общем, вам видно. А я умничать не буду. Я все равно неправильно прочитаю. Просто рассмешу. Вот таких мылок у меня два. Одно. Так как? Вот так. Одно у меня остается в коллекции. Второе в использовании. Я его уже открывала, смотрела, как оно выглядит. Выглядит оно вот так. Видимо, оно у меня уже стукалось. Видите, оно подсохло. Но ароматы вообще не меняются. Вот сколько уже этого мыла, ароматы не выветриваются. И еще один кусочек есть вот такой оливковый от Ифраше. Сюда его. Так, этот контейнер у меня пуст. Его пока убираем. И у меня много, конечно, еще. Давайте мы с вами, знаете, что сделаем? Хотя можно еще вот так сделать. Да? Попробую вот так сделать. Вот этот контейнер, который мы откладываем, я уберу. А вот так мы еще можем чуть-чуть посмотреть. Что я вам еще покажу? Смотрите, из натуральных тоже. Вот такой вот есть на шпажке. Набор мылок. Этот набор представлял интернет-магазин. Мне прислала его в подарок Жануля. Вот так мыло Зайтун. И какие у них есть варианты, они вот так вот в виде шашлычка присылают. Так. Сюда пока положу. Но потом я увеличу побольше, покажу вам, как, что не умещается в экран. Так, из натурального присылали мне вот такой, Ольга Крюкова, набор. Единственное, я его не поправила. Тут такие с розами три шарика. А должно быть, в общем, вот эта штука должна ниже опускаться. И эти шарики должны тут были вот так торчать красиво. Но немножко выпала эта упаковочка. Вот так она на самом деле. Очень приятный аромат. Розы, упаковка просто шикарная. И я знаю, что есть аромат такой же. И можно даже приобрести
не помню где, но можно приобрести даже такой аромат, не только мыло. Далее ко мне приезжали вот такие макаронки. Они уже старенькие, в возрасте. Их бы тоже уже можно было бы использовать. Но у меня пока они лежат в коллекции. Далее. Так. Далее не очень удобно будет показывать. Но сейчас попробую. Не так давно от Леночки ко мне приезжала вот такая красивая упаковка. Лена делала сама мыло. Я уже часть, ну, один или два кусочка отсюда использовала. И вот так выглядят ее подарки. Сейчас попробую показать вам поближе. Давайте какое-нибудь положим тоже в ближайшее время в использование с натуральной папайей. Очень приятный аромат. Давайте я его положу в использование в ближайшее. Вот такие красивые розы. Вообще прямо, да? Состаренный прям свиток. Виноградная косточка, лепестки розы. Ой, вообще, Лен, ты молодец. Разглаживающие с розовой глиной. Смотрите, клеверный лепесточек. И здесь второй ряд есть. И здесь еще тоже вот от Лены. Видите, разные. Ой, какая красота тоже, как глицериновое такое. С цветками лаванды. Там прям, правда, цветы. Давайте его тоже положу пока. И вот это интересное, мне кажется, с цедрой мандарина. Ну и это давайте положу в ближайшее использование. Вот этих вот малышек я тоже сейчас отложу. Их можно использовать. А вот эти вот кусочки, какие у меня тут остались, мы сейчас сложим обратно в коробочку, чтобы оно было здесь. Помещается у меня тут. Сейчас я это все дело помещу, чтобы было аккуратно. Вот, получилось. И все теперь в один слой у меня здесь. Далее. А далее был вот такой набор от Флорисан. Тоже в подарок, как глицериновые такие мыльца. Разные. Тоже ко мне приезжала. Из Америки приезжал вот такой наборчик. Там внизу еще и полотенчика, мыльца и лепесточки. Так, далее уже некуда показывать. Но попробую кое-что еще показать. Тут немножко осталось такого вот. Будет в других частях еще. Из натурального ручная работа. Прям только-только приехала вот такое мыльце. Давайте я его тоже положу в ближайшее. Ну, какое ближайшее? Годовое использование. Вот такая мышка перламутровая красотка. От Верочки приезжал тоже ее в использование. Только-только приехал вот такой цветочек красивый. Он прям вот свежачок. Давайте его вот сюда пока к Лениным. Просто чтобы оно не терялось. Пусть оно здесь лежит. Вот такой цветок. Оригинальный, красивый. И такие как бы именные Светлана мыльца. Еще одна Светлана мыльца. И ко мне приезжали из Крыма вот такие. Тоже в посылочке. Подруги из Крыма. За что огромное спасибо. Девочки, в этом ролике я вам еще покажу моих животных. То есть вот осталось только вот это вот. И мы встретимся в следующей части. Так, что у нас есть тут? А есть тут у нас вот такой белый мишка. Ну тут вообще ручная работа шикарная. У меня руки просто дрожат. Я еще тортики положила в использование. А вот животных мне прямо жалко. Вот такой котик, который уже, в принципе, и цвет меняет. Но мне его так жалко. Ну, такой он хорошенький, посмотрите. Вот такой есть котик. Ну, статуэтка прямо, правда? И это ведь ко мне еще в посылках, представляете, смогло доехать.
Так, далее вот такой хомячок милейший. Он еще в упаковочке с печенькой и полными щечками. Такой прямо класснючий. Котик-очаровашка с божьей коровкой. Тоже, представляете, его как надо было упаковать, чтобы он доехал на ромашке. Такой малыш. Вот такой песик. Симпатяга. Далее котик. Это тоже клубочком, калачиком свернулся. Сувенирное мыло. Так, видно? Видно. Далее Тедди. Мишка Тедди. Представляете? Жанюля мне присылала. Еще один Тедик. Но этот уже все просится. Этого отправляем. Видите, он уже поменял. Ну, как мыльная основа, да, изменилась, как бы вот такой он стал. Так что этого Тедика отправляем в мыльницу. Ладно. Максим папе с юга привозил вот такой кусочек хлеба. Папа у нас очень любит сало. И вот он ему с соленым огурцом сало с хлебушком привозил. Говорит, это папе подарок. Ну и было два, остался один. Мандаринка. Он у меня уже несколько лет. И мандаринку я тоже отправляю в этом году в использование. Так, эту коробку убираем. Девочки, наверное, вот вторую часть мы сделаем такую. Еще будет одна или две части. Но на данный момент, наверное, все. Так, сейчас я камеру сниму и попробую вам показать. Штатив убираем. Так, что у нас получается? Ну вот. Вот так видно все. Вот столько мыльцев во второй части. Ну, к нам как раз стучатся. Давайте я вот так покажу и пойду открывать дверь. Все, спасибо большое за внимание, за просмотр. Всем хорошего настроения и всем пока!